Помощь мамам в трудной ситуации. Уже год в Курске работает социальная гостиная. Она расположена по адресу улицы Дейнеки, 30. Женщины с детьми, которым попросту некуда пойти, могут пожить в комфортных условиях и при этом получить юридическую, психологическую и социальную помощь. Гостиная рассчитана на 6 семей. Теперь ее планируют расширить. Трудная жизненная ситуация. За сухим официальным термином скрываются реальные острые проблемы мам и их малышей. Мужу Татьяны вдруг стало тесно под одной крышей с ней и их маленьким сыном Кириллом. Он сказал, что хочет другого квартиранта взять. Говорит, все, уходи, собирай вещи. Я ему говорю, ну куда я пойду? У меня ни жилья, ничего нету. Он говорит, ну я не знаю. Сначала приютила подруга. Потом были съемные квартиры, настоящая паника. Помогли в соцгостиной. Здесь Таня и Кирилл уже полгода. Скоро девушка получит свое жилье, она сирота. За год приют тут нашли 12 мам и 13 малышей. Всего же более 300 семей получили психологическую и юридическую помощь. Социальную гостиную планируют расширять. Сейчас подыскиваются площади, где было бы возможно создать учреждение. Также там мы бы хотели, чтобы была активизирована психологическая служба. То есть у них был бы свой кабинет, они бы могли уже не только по населению ходить, но и принимать более часто и более полно оказывать помощь на месте. Нуждающиеся в помощи женщины могут обращаться по телефону 32 76 96. Кстати, гостиной постоянно требуются продукты, одежда и медикаменты. Юлия Комкина, Антон Латышев, телеканал 7.